И у нашего вопроса есть крайне веские основания. По данным Иркутскстата, каждый пятый человек в регионе имеет доходы ниже прожиточного минимума, а значит, находится за чертой бедности. Но есть и те, кто от этой самой черты далеки настолько, что с просьбой о помощи вынуждены выходить на улицы. Речь идет о попрошайках. Уже сегодня вполне можно заявить, сезон нищих, просящих милостыню, стартовал. Подземные переходы, места массового скопления людей, оживленные перекрестки. Все это излюбленные локации тех, кто оказался, что называется, за гранью. Просьбы о помощи у них самые разные. Одни собирают на еду, другие на операцию, третьи на билет домой. Именно последний аргумент все чаще встречается на улицах областного центра. Что за этим кроется и каково быть попрошайкой, сегодня на себе испытал наш корреспондент Павел Жолудев. «Подайте на билет до дома». Такую фразу жители областного центра на улицах города могут услышать ежедневно. Но мало кто задумывается, что персонаж, который держит в руках табличку и у него есть коробочка для монет, действительно является реальным. Это мы сегодня решили проверить в ходе нашего социального эксперимента. Я буду попрошайкой, а по легенде – солдатом с контузией. Начинаем на площади перед городским цирком. Главная задача – привлечь внимание. Я, как дилетант, делаю ставку на свою табличку и странное поведение. Вот только судорожные движения, имитация контузии и заикания привели совсем не к тому, чего я ждал. Первый же прохожий решил вызвать врачей. Так вам надо на Сударево идти. Что там? А? Что там? А там врачи, они вас вылечат. Хорошо. Своим чрезмерным вниманием мужчина создал вокруг меня нездоровый ажиотаж. Решаю поменять точку на улицу Урицкого. И как назло, там мы вновь встретились с нашим знакомым. И вновь посыпались обвинения. Такого публичного унижения я стерпеть не смог. Пришлось менять район. Обывателю не просто представить, насколько тяжело быть попрошайкой, если ты его изображаешь, а им не являешься. Я побывал уже на двух точках, и в каждой я чувствовал эмоциональное напряжение. Люди буквально сверлят тебя взглядом. И что за этим взглядом скрывается, предположить очень тяжело. Чтобы избежать потенциальной агрессии, выбираю район поспокойнее, на улице Байкальской. Тактика та же – нервные движения телом и молчаливое ожидание. Но, судя по всему, это не работает. За полчаса никто так и не решился бросить мне монетку. Вот только голуби меня поддерживают в моем нелегком труде. Но таким образом на билет домой не заработать. Решаю пойти ва-банк на улице Волжской. Встаю прямо посреди пешеходной дорожки. Максимальная концентрация, и вот они – мои первые деньги. Опасен. Эта девушка подошла ко мне дважды и во второй раз дала уже 50 рублей. Естественно, тут же наш водитель вернул деньги владелице и рассказал про эксперимент. А я тем временем, кажется, нашел хлебное место. Спасибо. Несмотря на то, что я не поменял своего поведения, на этой точке мне удалось привлечь максимум внимания. Но тут нашелся человек, который первый из всех решил узнать, кто же я такой. Служил, что ли? Однако вместо кошелька мужчина достал телефон и потребовал показать документы, представившись сотрудникам полиции. Пришлось завершать эксперимент. Документы есть? А? Давай, показывай. Я с удовольствием вам покажу документы. Секундочку. Телевидение, новости по будням, РЕН-ТВ Иркутск, вот моя аккредитация. Проводим социальный эксперимент. 66 рублей, именно столько я заработал за 2 часа, что был попрошайкой. Много это или мало сказать сложно, потому что финансовые потоки, проходящие через людей, просящих милостыню ежедневно, не поддаются подсчетам. Я приношу искренние извинения всем, кого сегодня ввел в заблуждение. И поддерживая любую благотворительность, я продолжаю надеяться, что она всегда будет доходить только до нужных рук. Павел Жолудев, Владимир Пинаев, новости по будням.